Добрый вечер, дорогие друзья, с вами снова Некрос, и мы продолжаем проходить игру Elder End. Так, погоди. Комары тут, конечно, неприятные очень. Очень неприятные. Так. Тихо. И урон от кровотечения от этих комаров не такой уж и слабый. Нет, змей? Нет. Жестко. А, комар. Тихо. А, открыть надо, погоди. Ой-ой-ой. Так, а тут мы пройти можем? О, нормально. Ой, это кто? Жесть. Комары. Жесть. Так, еще раз. О. Но неудобно то, что надо в прыжке его бить. А, он еще прокачиваться может, смотри. Тихо. Так, ну вроде бы босс несложный. Эрик Зан побежден. Приговор Эрику Зану. О, это что такое? Барунгар. Это какой-то прям огромный топор, походу. Так, тут 16-28. А тут 30-36. Ну-ка. Нифига себе жестко. Так, но мы прокачиваемся в ловкость, поэтому это будет лук. Ха-ха.
Ай-яй-яй. Надо этих зелий купить. А, опять левел ап. Нифига себе. Как же тут быстро персонаж прокачивается. Офигеть. Офигеть. Ой-ой-ой. А. Вот он плохо то, что он не может одновременно бегать и бить. Осторожно. Помним, что тут змеи. Лифт. Так, погоди. Ой, ой. А, так, так нельзя, что ли? А. Ну, не по таймингу немного. Осторожно. О, зелье. Опа, это кто? Сэр Трис, наконец-то ты здесь. Мышь бездумно следующая по лабиринту к цели. К этой самой цели. Какого цвета были чернила в твоем договоре? И как звали твою несчастную жертву? Да ублажит твоя кровь Сусса, бога песков, да сдержит свое слово Амон. Опять босс. О. Так, пока непонятно. Но он комбо всегда по-разному делает. Видишь, всегда по-разному. О. Тайминг. Ну давай, подходи. Давай, подходи. Подходи. Ой. Иди сюда. Ха.
Давай, иди сюда. Нет, не может быть. Амон сулил мне другой исход. Все должно было случиться иначе. Ты славно послужил нам, сэр Трис. Ты не преуспел, но она запомнит. Приветствую, охотник. Я Амон, мастер змей. Смиренно тружусь над тем, чтобы принести Эльдоранду невообразимое процветание. Победы и подвиги, доселе невиданные ни одним из миров. Для некоторых я угроза, но для многих я вождь. Некоторые страшатся будущего, но страх пропадет, едва они познают величие и благодать силы, что уготовано всем нам. А вам, юный охотник, выпала важнейшая роль. Вы тот, чья кровь откроет врата и впустит в наш мир вековечную славу. Вскоре все сложится, врата откроются, и власть будет нашей. Именем ее Кхамав, Кгнахр, Кгуфин. Сэр Трис побежден. Так, ну надо сохраниться. И прокачаться надо. Так. 17% критического урона. Шанса. Так, тут мы дверь открыли. Теперь давайте на лифте вниз спустимся. Ага. И тут открыли. Приветствую, дитя. Чем обязан такой чести? Постой, постой. Не говори, не говори. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Ты пришел покончить с ними? Ты ж... Урум, прости мою неучтивость. Мне сложно поддерживать это обличье. Я знаю, кто ты. Знаю, что ты сделал, чтобы сюда добраться. Знаю всех твоих жертв, все подвиги и страсти. Однако ты как будто запутался и забыл, зачем ты здесь. Не печалься. Судьба все равно тебя настигнет. Неважно, сознаешь ты это или нет. Но я вижу тебя, твою судьбу. Договор. Нет. Это случилось совсем недавно. Еще ребенок. Нет, слишком поздно. Да, вот оно. Когда прошлое еще было живо. Дитя, твое будущее берет начало в прошлом. В руках вельможи, которого сгубило лиходейство, творящееся. Он обречен страдать во всех версиях прошлого и будущего. Кандор, благородный кузнец. Создатель разрушителя, ключа, что откроет путь в самое сердце культа, его проклятое святилище, и освободит меня. Я создал механизм, который связывает наше время с определенным отрезком жизни Кандора. Провидение. Тебе необходимо запустить его, чтобы перенестись в то время и уговорить Кандора создать разрушитель. Я уничтожил одну из деталей механизма, чтобы культ не мог им воспользоваться, однако часть ее сохранил как раз... для этого прекрасного и подходящего момента. Надеюсь, ты не упустишь случая осуществить то, что предсказано. Но помни, судьба все равно тебя настигнет. Неважно, сознаешь ты это или нет. Великое творение космического существа. Ключ, открывающий дверь в прошлое и будущее. Портал, ведущий к уверенности и сомнениям. Артефакт неизмеримой мощи, ныне разбитый на осколки. Он умрет. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Урум, извини. У тебя есть время? Ой, что это?
Ой-ой-ой. Что-то прям страшное. Так, ну-ка, тихо. Сейчас это левелап будет уже. Главное остерегаться змей. Там кто-то ходит. О, змея. Не, все еще нет левелапа. О. А вот и левелап. Змея. Я так и думал. Ой, а вот эту я уже не ожидал. Опа, это что такое? Терпеливый сер. Это меч. Это меч. Кровотечение вызывает. Но персонаж прокачан на ловкость. Так, теперь нам нужен портал. А портал как раз вот здесь. Сейчас мы телепортируемся. Так. Это кузнец. Отрывок из дневника Кондора. Ступайте прочь, чужак. Здесь вы не найдете ничего, кроме боли и разочарования. От меня помощи не ждите. Я больше ни на что не способен. Моя жена, мой сын. Я не смог уберечь их в трудную минуту. Культ одержит верх. Увы, нам нечего им противопоставить. С чего вы взяли, что можете победить? Разрушитель, говорите? Ключ, что нас сгубил, может стать спасением. Какая ирония. Не знаю, что из этого получится, чужак. Сложно представить, что ключ обладает подобной силой. В вашем голосе слышится правда и отвага. Членам гнусного культа эти слова не знакомы. Подождите немного. Это орудие невиданной мощи, но сделать его довольно просто. Когда они придут, мы будем готовы, и ничто не помешает нам прекратить все раз и навсегда. Открывает волшебные двери. Вот он, разрушитель. Держите, надеюсь, вашего пыла хватит, чтобы выковать что-то, что разожжет искру надежды или согреет сердца тех, кто опустил руки, тех, кто лишился всего. Так, ну теперь пойдем дверь открывать. Так. Дверь внизу. Ой, крыса. Thank you.
Level up, отлично. А вот и дверь тут должна быть, ага. Ой. Ничего себе. Воу-воу-воу-воу. Тихо. Ух ты. Вот хорошо, что тут не было змеи. Опа. А, тут пробежать надо. А. Сундук. Хранитель электричества. Так. Мудрость плюс 2. Цепная молния. Снова телепорт нужен. Опасно. Да ну. Как и было предсказано, ты справился. Он прекрасен, правда? Безвременный артефакт, выкованный, чтобы вершить историю. В первую очередь мою. Освободи меня, чтобы колесо судьбы продолжило свой ход. Тебе удалось проделать весь этот путь в колыбель страданий. Ты даже не представляешь, что означает это место для века нынешнего и веков грядущих. Дитя, немногим известна моя истинная сущность, неизменный, изменчивый, неприходящий. Я, повелитель времени, Эльдеру Тамах, узрел твою сущность еще тогда, когда твоя жизнь только принимала очертания. Другой такой не сыщешь в этом мире. Она хрупка, эфемерна, и все же ее не прервать. Я видел твое прошлое и знаю твое будущее. Ты заслужил награду, вечную награду. Так, вот тут еще. Давайте дверь откроем. О. А, тоже другие, смотри. Он уже посильнее. Гораздо сильнее. Этот молниями не плюется. Неповторимый разшах. Яростный выпад. Thank you.
Нифига себе. И главное, как он много тратит этого. О. Маны. Сейчас мы проверим, как сильно он бьет. Вот именно эта способность, как сильно она бьет. Так, теперь я могу тут пройти. Ладным прыжком. Сундуки подкрывать. Ой-ой-ой, нифига себе. А, комар. Я его не заметил даже. Ой. А там, смотри, там этот. Костер. Там костер. А я лучше к костру пойду. Так. Оу. Вот комаров. Так, больше здоровья. Это хорошо. Ой, подожди, комары мешают очень. О, магическая дверь. Так. А, у меня же левел ап.
Воу. Здоровья маловато. О, новая локация. Оу. А, урон они все-таки наносят. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои каналы YouTube, Дзен и Бусти. Все ссылочки в описании. Всем пока!